Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в этом уютном клубе Алексея Козлова в новом году. И мы выступаем на этой сцене первый раз в этом году, как вы догадались. И с удовольствием для вас сыграем сегодня концерт, состоящий из авторской музыки в стиле такого доступного джаза, коммерческого и не очень. И поздравляем вас с наступившим 2016 годом и желаем, чтобы у вас было все хорошо, все были здоровы, счастливы, радостны, поменьше проблем, побольше зарплаты и хорошего праздничного настроения, которое длится в нашей стране целых 10 дней или 11. Итак, мы начинаем с пьесы «In Open Ocean». Thank you.
Это было в открытом океане. Сейчас мы приглашаем на сцену нашего гостя Александр Поздеев, играющий на трубе и на гитаре. В этой песне он сыграет, как вы уже догадались, на трубе, и будет называться пьеса «Загадка», «Пазл».
Александр Поздеев, труба. Спасибо огромное. Мы продолжаем создавать праздничное настроение для вас. Но эта пьеса немножко носит другое настроение. Будет называться «Случайная встреча» или «Случайное знакомство». Casual meeting. Thank you.
такое было это случайное знакомство, неожиданное? Может быть, с девушкой, а может быть, с новой проблемой. Итак, чтобы вернуться к праздничному посленовогоднему настроению, мы сыграем более оптимистичную пьесу, которая имеет название «Калифорнийская зарисовка». Никуда не деться от влияния Америки. Thank you.
После такой лирической композиции надо же сыграть что-нибудь поживее и подинамичнее. И повеселее, наверное. И эта пьеса будет называться «Водопады», «Waterfalls». Мы приглашаем на сцену Александра по просьбе Федора. Я представляю, это презентация пьесы «Waterfalls», «Водопады». И поможет нам ее сыграть специальный гость Александр Поздеев. Он вышел и чайно ушел. Он сейчас вернется. Иначе... «Waterfalls» презентация. Thank you.
Спасибо огромное за аплодисменты. Мы всегда рады для вас играть. Чем больше аплодисментов, тем быстрее импровизация. И это был Александр Поздеев на гитаре. И я хотел бы представить остальных участников коллектива под названием Labor Band, что в основе которого заложена аббревиатура лаборатории Евгения Ревнюка. Сегодня у нас играют Тимур Некрасов на саксофонах, сопрано-тенор, Дмитрий Теплов на гитаре шестиструнной, Алексей Заволокин на бас-гитарах 6, 7, 8 струнных, одна из них из лада, и Федор Андреев, ударные инструменты. Спасибо огромное, Евгений Ревнюк, клавишные. Очень приятно слышать. И я бы хотел напомнить, что в перерыве, кто заинтересовался музыкой, можете подойти, я вам покажу наш последний альбом 2014 года. Итак, в завершении первого отделения мы сыграем веселую композицию, может быть, немножко юмористического характера под названием «Кавказский джигит на халтыкинском скакуне». We'll be right back.
Алтакинский джигит. Итак, мы прервемся на 10-15 минут, не расходитесь, пейте кофе и другие напитки. Итак, подходите, кто заинтересовался музыкой, мы вернемся скоро. Итак, спасибо, что остались с нами. Перерыв прошел очень быстро, и мы продолжаем наш посленовогодний концерт. Пытаемся создать вам радостное настроение, так сказать, продолжение Нового года. Сейчас мы при участии нашего гостя специального Александра Поздеева на гитаре. Мы продолжаем играть авторскую музыку, и первая пьеса будет называться «Притча». Thank you.
Кабаке. Александр Поздеев на гитаре порадовал своей виртуозностью. И также остальные участники нашего коллектива порадовали не меньше своим мастерством, своим отношением. Итак, к нам присоединяется Дмитрий Теплов. И следующая пьеса. Носит географическое название. Она называется «Килиманджаро». Итак, мы начинаем. Thank you.
Сейчас тоже небольшое путешествие по разным уголкам нашей необъятной Родины. Называется пьеса «Тропинка к морю». Thank you.
Спасибо за аплодисменты. Итак, следующее произведение авторское носит название «Легкое», а по своему размеру непростое произведение. Так называется «Легкий экстрим». Если не сложно, можно немножко клавишу чуть-чуть в монитор. Побольше. Thank you.
Спасибо огромное. Это был легкий экстрим, непростой. Мы старались его исполнить легко. Итак, наш концерт плавно подходит к завершению. Не знаю, как у вас настроение, но мне кажется, мы приложили усилия для такого посленовогоднего восприятия музыки. И даже кто-то танцевал, я видел, в момент наших... Спасибо огромное за прием. И за ваши аплодисменты, за переходящие в овацию. Итак, приглашаю на сцену нашего специального гостя Александра Поздеева. Он присоединяется к нам на трубе. И эту композицию хотел бы посвятить безвременно ушедшему замечательному вокалисту, музыканту, автору своего проекта. Солисту группы А-студио Батырхану Шукенову. Так называется «Южный драйв».
И напоследок, спасибо огромное за аплодисменты. И в заключение этого радостного праздничного настроения, концерта, прозвучит динамическая композиция. Она называется «Три лепестка». Three petals. Thank you.
Спасибо вам за теплый прием, за то, что оставались с нами до конца. Это был авторский проект «Ладер Бэнд». Дмитрий Теплов, Тимур Некрасов, Алексей Заволокин, Федор Андреев, наш специальный гость Александр Поздеев, Евгений Ремюк. Спасибо огромное. В феврале месяце, милости просим, 8 февраля мы здесь на этой же сцене, только на втором этаже. Спокойной ночи.